Итак, на татами представитель Таджикистана Рахимов и представитель России Тачков. Рахимов в белом кимоно, Тачков в синем. В отличие от соотечественников, Рахимов гораздо выше, чем остальные ребята из команды Таджикистана. И, соответственно, по комплекции делают другие приемы. Ну вот, высокий парень, видно, стоит в левой стойке, так же, как его соперник, и готовится либо заднюю подножку, либо подхват сделать. Это видно сразу невооруженным глазом. А за то, что нечеткий, неправильный захват держал сейчас представитель России, Тачков, судья сразу дает ему шида. Тачков делает атаку задней подножкой, оценка юка. Ну вот, арбитр подходит, показывает, что шида дано уже было, нужно, соответственно, вывесить. И вывешивает шида на табло, вот желтую карточку мы видим у Тачкова. Юк уведет, шида получил за неправильный захват, но оценка всегда гораздо выше, чем замечание. При одном условии, что замечание должно быть 4. Подхват делает изнутри, и прекрасный подхват делает Рахимов. Ну, что делать? Именно красивым броском завершает победу Рахимов и представляющий Таджикистан. Не дает шанс Тачкову теперь, конечно же, быть чемпионом на этом турнире или серебряным медалистом. Ну, Тачков будет бороться теперь уже в утешительных встречах. Следом готовятся спортсменки весовой категории до 57 килограмм.